Харламов? И ведерко там захвати. О, будь другом, шайбы пособирай. Все-таки надо не на одном месте сидеть. Ты, я смотрю, тоже особо не бегаешь. Хочешь поменяться? Кстати, отличная идея. Слав, ну-ка уйди. Харламов, дай ведро. Пошел в ворота. Слав, дай ему клюшку. Подъем! И запомните, каждый игрок должен уметь защитить ворота. Будь то вратарь, защитник или даже нападающий из самого Чебуркуля. Рагулин первый, остальные по очереди. Это что такое, Александр Павлович? Сжибем же молодого, Анатолий Владимирович. Начинать. Ну, прости, дружище. Что ты там как глист извиваешься? Защищай ворота! Всем телом защищай, как детей бы своих защищал! Как родину защищай! Все, все, хватит! Что? Молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет, сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи, мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение. Тебе не больно, Харламов? Радостнее! Веселее! Ты в хоккее! Все по очереди на его место. Мальчик золотой! 34 шайбы за сезон! Харламов! Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут! Я всегда мечтал сыграть с канадцами, чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Байдон, 17-й!